Избранный президент США Дональд Трамп выступил в поддержку еврейского государства. После скандальной прощальной речи Джона Керри Трамп обрушился с резкой критикой на ООН, которую он обвинил в несправедливом отношении к Израилю. По словам Трампа, в отношении израильского государства было вынесено до 20 осуждающих резолюций, тогда как некоторые ужасные страны, где к людям относятся отвратительно, вообще ни разу не подвергались остракизму. Накануне Трамп пообещал оказывать израильтянам поддержку в международных вопросах и назвал иранскую сделку началом конца. «Мы не можем продолжать позволять, чтобы Израиль унижали подобным презрением и неуважением», написал Трамп в своем микроблоге в Твиттере. Они видели в лице США главного друга, но теперь это не так. Началом конца стала ужасающая сделка с Ираном, а теперь еще и это, имея в виду принятую резолюцию. Израиль, держись, до 20 января уже недалеко. В свою очередь, палестинские власти заявили, что готовы принять участие в поисках, цитирую, «справедливого, всеобъемлющего и долговременного решения», которая позволила бы палестинцам жить в мире и безопасности рядом с Израилем в своем независимом государстве в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.